Ого, ты прям на руки взяла? Ой! Ой-пути-пути! Ёжик! Кать, ну ты даешь, слушай. Успокойся! Успокойся! Спокойно. Ты о, красавчик. Или какой? О, какой ёжик. Я ёжик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ты, конечно, герой. Героиня, точнее. Да он... Я... Как ты его взяла на руки так? А он не закрывается. Да они у нас не боятся уже. Ну, после этого будут бояться. Ёжик, ты со слизняками будешь бороться или нет? Будет. Нашими. Ой, да это я ему свечу фонариком. Да, ты ему в лицо фонариком светишь. Красавчик, а ну-ка, смотри, лапки какие. О, какие лапки. Там когти у него, смотри, какие большие, ничего себе. Он, по-моему, пришел туту поесть. Я его как увидела, знаешь, как... Я стою здесь, значит, ем. И он... И он этот слышал что-то этот как ну как будто чешется. Ага. Поворачиваюсь, а он за ушком чешет лапой. А, да он ухо я да сейчас снял у него. А? Заснял сейчас ухо его. А что с его ухом? Не торчит. Ой. Тоже видно. Блин, крапива. Да, да не тут больше крапива, чем ежик. Да я почему его. Пошел, пошел. Все, надоели мы ему уже. Сколько можно. Да он так чесался прикольно. Жаль, у меня телефона не было. Угрожаешь. Гроза. Ой! Ой! Да все, ну ты уже... Ну обиделся на меня. Да, ну все, ладно, ну не обижайся. Надо ему сорвать ягодку. Да, тут ягодок знаешь, сколько валяется? Да тут лежит... Да не надо. Ну. Надо его ягодкой задавать. Ого, здесь насыпалось вот сколько. Конечно, он слизняков есть не будет, если столько ягод здесь валяется. Блин. Он своими иголками. Я его беру, а он, короче, иголками сразу резко вперед. И если бы я не успел убирать, мне просто все иголки были бы в руках. Ой, все. Все руки были бы в иголках. Я снимаю эту слизь. Давай встань, уже он нервничает. Я не вот такой стресс сейчас. Не, я не хочу, чтобы он нервничал. Ну не, понятно, что не хочешь, но он-то не понимает, что с ним происходит, что с ним делают. Да ничего мы с ним не делаем. Ой, господи. У него такой глаз синий. Синий? Ага. Я не знаю. Но это, наверное, потому что... Ежик? Нет, это, наверное... Свет так падает. Он тут такой страшил. У него ушко. Смотри, какое ушко. Ну, он совсем не боялся, когда я его взял. Ну, он просто не понял. Ну, когда я начал светить еще и фонариком. Да, ему, по-моему, фонарик бесит больше. Я его на руки брала, и он абсолютно спокойный. Ты его еще на ручки возьми. Блин, ну такой не ушко. Кусаться будешь? Есть. Ну, кусай. Да все, все, Катюш, уже все. Он злится. Да, все, уже он все, разозлился. Хватит. Отпускаем ежика.